Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для YouTube Live. Для этого нам, как всегда, потребуется щит. Ссылка на него и сам скрипт, как всегда, будут в описании. Буду использовать Splash. А также сразу хочу сказать то, что скрипт работает только на DLL от CoreNL. На других DLL-ах не знаю, но я пробовал на VRDevs. Там он почему-то не работал. Так что, если будете пользоваться этим скриптом, который я вам сейчас покажу, то включайте CoreNL и пользуйтесь им. К сожалению, он с ключом. Ключ, в принципе, довольно просто получается. Значит, смотрите, нажимаем на кнопочку Inject. Ключ я уже получал. Скорее всего, меня просто сейчас заинжектит без ключа. Да, все получилось. И вот это окошко, которое появилось, там у вас будет ссылка. Короче, вы ее копируете, вставляете в браузер, ждете 15 секунд, потом опять вставляете, и так около 5 или 6 раз делаете. И после этого у вас в какой-то момент появится ключ, вы его копируете, вставляете вот в эту панельку, нажимаете Enter, и у вас получится заинжектиться. Далее, что мы делаем? Вставляем сюда скрипт и нажимаем кнопочку Exclude. Все, ждем сейчас, когда он появится. Все отлично, вот он появился. Насчет вот этих функций, автофуд, автослип и автоплей, вроде бы как они не работают. Ну, в принципе, давайте сейчас это проверим. Давайте зайдем в дом. Да, как видите, они не работают. Ну, в принципе, это не важно, потому что скрипт именно работает очень круто, очень хорошо на выпуск видео. Вот, а в принципе там еду, сон и так далее вы можете, в принципе, прокачать, то есть пополнить сами. Короче, значит, нажимаем на автофарм меню. Появляется у нас другой скрипт. Этот можно, допустим, куда-нибудь сюда подвинуть, чтобы он не мешался. Сразу скажу, смотрите, раньше вот в этом углу у меня стоял, получается, диван. Из-за того, что он у меня здесь стоял, скрипт работал неправильно, и у меня, естественно, ничего не получалось. То есть, если у вас там, допустим, диван, кресло или так далее, что-то стоит, удалите это, потому что это будет вам мешать, получается, для выпуска видео. Вот, после того, как я его удалил, у меня все стало работать. Значит, смотрите, включаем сразу вот эти все 4 функции и смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, за меня это делается все автоматически. На мышку я сейчас не нажимаю. И смотрим, что дальше сейчас будет происходить. Это тоже пропустилось. И как видите, за меня автоматически клацает на середину. И также выкладывается видео. Как видите, это работает. Значит, смотрите, ждем сейчас оно пока выложится. В принципе, тут все зачисляется, это работает не виртуально, а по-настоящему. И смотрите, видео сейчас выкладывается, все отлично. И сразу же в эту же секунду меня опять телепортируют на компьютер, и за меня автоматически еще одно видео выкладывается. Я думаю, скрипт очень крутой. В принципе, также видео заслуживает вашего лайка. Кто лайк не поставил и не подписался, сделайте это, мне будет очень приятно. Ну, скрипт я считаю балдежный. Смотрите, также вроде бы как на выкладывание видео влияет только, получается, настроение, как я понял. Но, как видите, настроение, оно пополняется автоматически. Возможно, даже еда и сон вам не нужны будут, чтобы выкладывать видео. Но это не точно, потому что я не проверял. Вот уже, как видите, третье видео выкладывается, все отлично работает. То есть вы можете, допустим, включить скрипт, пойти погулять, покушать или еще что-то сделать. И пока вы что-то делаете, потом возвращаетесь, у вас уже очень много денег, подписок и, возможно, даже гемов. Насчет гемов не знаю, фармятся они или нет. Ну да, кстати, фармятся, но довольно мало. Вот, так что все работает автоматически. Также давайте тогда сейчас выложится вот это видео. Как видите, я получил серебряную кнопку. Отлично. Сейчас
Видео выложится, и мы выключим вот эти все функции. Посмотрим, остановится автофарм или нет. Ну, вроде бы как, по идее, должен остановиться. Давайте, значит, выключаем. Сейчас посмотрим, видео выложится, и тпхнет ли меня опять компьютер, чтобы выложить видео или нет. Давайте посмотрим. Ну, вроде бы как не тпхает. Все, отлично, значит, его можно спокойно выключить. Элементарно, там, пополнить сон. И покушать, если вам это нужно. В принципе, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.